Всем привет! Сегодня 2 января 2018 года. Наступил Новый год, и еще раз поздравляю вас с наступившим теперь уже Новым годом, новогодними праздниками. Что же сделать в эти новогодние выходные, куда отправиться за вдохновением? Ну, естественно, лучше всего идти в лес, потому что самый лучший учитель – это природа, и поэтому, естественно, отправляйтесь в эти праздники, в эти выходные, в лес за вдохновением, за новыми впечатлениями. Еще раз посмотрите о том, как красива природа в зимние месяцы, тем более не сильные морозы, по крайней мере у нас в Ижевске температура идеальная для прогулок, для посещения леса с семьей, для изучения натуры и для новых впечатлений. До встречи на канале «Искусство в интерьере».